около Москвы, Московского пруда. Вдоль дорожки уже сделаны подготовительные работы для установки столбов освещения. Такие вот кабели уже протянуты. Так как реагенты применять в парке нельзя, то здесь дорожки посыпают песком. Синичка. Неподалеку находится станция метро Минская, которая открылась в 2017 году. И как раз мы сейчас приближаемся к пруду. Слева находится детская игровая площадка, которая чистится от снега. Вот деревья, поваленные недавним снегопадом. Справа элитный жилой комплекс в виде таких вот башен. За парком находится район, в котором много посольств иностранных государств. Есть туалетные кабинки бесплатные. Солнечные часы. И мы приближаемся к выходу из парка. Здесь кто-то делает пробежки утренние. И рядом здесь находится круглый дом, так называемый.